Привет. Мы приехали в CarMax. Вот это дилершип, но он интернациональный. Он для машин, я показываю этот город, это так красиво вообще. Он для машин разных марок. Это машины все подержанные, здесь новых машин нету. И сейчас будем снимать эти машины. Я еще не зашла. В общем, надо зайти в это здание и там уже вот смотреть машины. Остальные дилершипы, они продают подержанные машины, но какой-то определенной марки. Или двух, или трех марок. А это все, что можно, все здесь можно купить. Ну, цены тоже скажу. В общем, вот это видео больше для мужчин. Сразу предупреждаю. Я уже видела здесь, вот пришла молодая семья, на колясочке маленький ребенок. Наверное, хотят машину купить. Все, пошла внутрь. Там внутри нельзя снимать. Так, я вышла. Так хорошо, эта гора видна. Почему она на экране не видна, я не знаю. Очень красивая такая живописная горка. Так, я туда зашла, там столько много работников сидят. Там в одном месте даже вот этот клиент уже этот там сидел. И в общем, народ приходит здесь и покупает. Вот сколько много машинок здесь. И будет видно, что машин много. Ауди машина впереди меня. Так, Шевролет, Додж, Гемиси. Вот эта Ауди такая красивенькая, прям новенькая, блестит вся. Это какая машина? Это Toyota, что ли? Нет? А, это Volkswagen. О, Lexus впереди белый. В общем, очень красиво. Nissan. Вот это третья машинка с конца. Вот с того. Перед оранжевой. Ой, Mazda какая красивая. Боже. Вот это тоже Audi. Но вид у них очень хороший. Вид прям вот как... Посмотришь, как будто новая. Ну, как-то они, наверное, их что-то делают с ними. Это BMW. Мне не нравится название BMW Баха. Как-то это название ее удешевляет. Вон Mercedes белый. Вот опять BMW. Вид вообще новые машины. Но они и берут машины хорошие. Вот Mercedes и даже значок вот такой есть. Который убирается, по-моему, значок. Так, что это за машинка? Infiniti, может быть? Вот значок такой. Этот. Забыл, как называется она. Опять BMW. Ну вот в салоне внутри не так, а снаружи они очень это хорошо выглядят. Чё уж они с ними делают? Ну вот эти все вот такие машинки. Как же они называются-то? Забыла. Вот такой вот значок. Так, это что? Genesis. Вот она. Вот такая. Они все открытые, можно заглянуть внутрь, посмотреть. Так, пойду я туда, наверное. Гора вообще очень красивая. Вид обалденный. Так, аудио вот это побольше. Так, это Mercedes.
На них сигнализация, что ли? Так, BMW, Chevrolet. Как-то они, наверное, в ряд стоят, все одинаковые машины Chevrolet. Ну, они в одном ряду один тип машин ставят. Так. Сейчас я покажу, как он отсюда выглядит. Вот как отсюда выглядит. Солнце, правда, мешает мне. Хотя солнце мешать не может. Это я, может быть, мешаю солнцу. Honda Civic. Я не люблю, когда вот этот гребешок торчит, как акулий плавник. Лексусы. Так, свою тень огибаю. Вот Lexus. Цвет такой серо-коричневый, светло-серо-коричневый. Мерседес белый. Рандж-ровер. Вот этот черный. Такой цвет красивый, синий, Honda. Здесь опять Мерседес. BMW вот такая большая. Так, это что? Это Hyundai. Вот черный BMW. Range Rover там. Хонды вот эти стоят. Вот третья машина, третья, четвертая, это Honda. Ну, я скажу, очень много машин подержанных. Очень много. Вот если кто хочет купить, вот, пожалуйста, вам. Подержанные машинки, очень много их. Ой, вообще. Там, в общем, нужно зайти на сайт, посмотреть такие... Ой, зеленый цвет такой красивый. Такая же... Вот, допустим, у вас есть машинка какая-то. Это Toyota зеленая, цвет красивый. А там впереди Lexus. Это Mercedes. Вот Lexus. У него такой цвет синий, темно-синий, но какой-то вот он... С перламутровенькой, что ли, какой-то аудио. Там на сайте смотришь, такая машина, как у тебя, сколько она стоит. И начинаешь предлагать им. Они начинают оценивать твою машину. И в основном все время выше, выше и выше дают цену. Потом они смотрят на мили, сколько проезд. И могут даже дать этот... возможность еще на ней поездить там в течение месяца, там сколько-то миль до какого-то предела. Но бывает иногда падает эта цена, а иногда она растет. Не знаю, от чего уж это зависит. Но надо все-таки за машиной хорошо смотреть, чтобы ее, это, допустим, чтобы не поцарапанная была, там не помятая была, чтобы она в хорошем состоянии была. Следить за ней, там вечно масло менять, мыть ее, этот, всякие есть воски натирать щадящими моющими средствами. Некоторые даже и свои машины не отдают в этот, ну, в мойку, не отдают, сами моют ее, вот, чтобы настолько бережно машина была помыта. Ну вот где-то же здесь и цена есть, сейчас я могу сказать. Ну я знаю, так вот, 30 тысяч цена. Так, сколько стоит сейчас? Нет, я не понимаю, сколько она стоит. Вот это вот. Так, ну все, я такое понятие дала. Subaru, вот эта машина. Понятие дала об этом CarMax.
его это на телевидении там реклама идет. Или на Ютубе американском. Столько много машин я уже давно не видала. Вот отсюда смотришь на этот Lexus, да, он как будто бы фиолетовый, перламутровый. Ну все, пока.